Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. 23 монетки я заработал за второй день. Окей. Кстати, потом у нас, смотри, с тобой будут ящики какие-то. На седьмой день аж 3 ящика выпадет. Хотелось бы посмотреть, что там. Ну что, мы сегодня, наверное, с тобой пройдем первый эпизод. Я надеюсь. Ну что, у нас с тобой 43-я миссия. Будем играть, наверное, за нашего Джо. Я надеюсь, никто не против, да? Против нашего весельчака Джо. Перехитри монстров. Попытаюсь. Так, тихо, комар. Да что тебя? Блин, хотел бросить взрывчатку, у меня ее и нету. Вот она только сейчас созрела. Так, кузен Рой, ты помогай мне там. Да что ж ты будешь делать? Так, сбросил броню. Давай, бомбим. Так, взрывчатка у меня готова. А, там с аркебузой чуваки бомбят. Вот он что, мне их не видно было просто из-за дерева. Так, да я брошу туда динамит хотя бы, чтобы они хоть немножечко успокоились. Да неужели я этот уровень не пройду, эй? А ведь что-то подсказывает, что так оно и есть. Не хватает скорострельности. Комарьё, вы достала меня уже в корень. Эй, тебя тут еще не хватало. Плывет он мне, понимаешь ли, тут. Так, давай-ка мы этого хорька тоже бомбанем. Твою же налево, а. Очень мало здоровья, ребята, очень мало здоровья. Надо все-таки этого хорька в первую очередь валить. Крысу точнее. Слушай, может быть, может... Да... Патроны кончились, ё-моё, серьезно что ли? А как я должен вот этого подбить? И... И вот мы с тобой приплыли. Ты прикинь, вот это было тупо. Тупо фейл. За 9 гемов. Да нет, я думаю, что я, наверное, и так смогу перепройти. Я офигею, ребят, я совсем забыл, что здесь заканчивается... Наши снаряды. Так, давай, погнали. Нате вам, ушлепки. Взрывчатку еще туда заброшу им. Вот, вот эти вот охламоны виноваты. С аркебузой, которые. Все из-за них. Так, побольше взрывчатки. Ну куда ты прешь? Тортила несчастная. А этот Ират там стоит, наяривает. Ну да, да. Так происходит все. Давай хотя бы их оглушим, что ли. А то ведь достанут. Так, комарьё. Пошло прочь. Так, секунду. Все хорошо пока срабатывает. Так, минус. Опять они, эти крысы, а. Пока они там звездочки ловят, мы их подобьем. Давай. Отлично. Так, крыса, хорош там прыгать. Готово. Ну, на этот раз в плане. Опять у нас с тобой заканчиваются, а. Хорошо, что есть. Погоди секунду, а как? Подожди. Ребята, меня опять расписали. Ты посмотри, что происходит. У меня просто элементарно заканчиваются патроны. И все. Придется делать так. Потому что... Так, подожди, ты будешь? Есть, да? Есть. Я офигею. С какого вдруг... Опять закончились? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Эй! Трындец, короче. Так, а как? Ты будешь помогать мне, а? Кузен, блин, чертов. Он не хочет. Тратим. Я не вижу для другого варианта. Вот это прижучили меня. Вот давно такого не было, если честно. Чтобы у меня заканчивались патроны.
Так, 4 карточки, кстати. Так, монетки. Выпадает нам сварщик. И гемы. Хотя бы 2 штучки мы с тобой вернули. Хотя бы спасибо и на этом. Ну что ж, давай двигаться дальше. У нас 44-я миссия. Так, а что у нас там? Хотел посмотреть, что у нас там в магазине. Слушай, мне кажется, надо было, ребята, мне немножко по-другому делать. Есть динамит. Бросим. Оу. Кто тут у нас ползет? Блин, там бронированный единорог. Ой, единорог. Ну ты понял, да? Бронтозавр. Вот такого величать. В наших кругах. Бронтозавр. Да ты сдохнешь или нет? Блин, я не пойму, я же в него стреляю, он. Ну ты посмотри, что тут делается, а? Давай быстрее динамитом в них. Ну, так, с гранатометом бомбанем сейчас. Очень мало здоровья. А врагов еще впереди будет много. Вот эти вот дальники, которые, да, у нас с тобой остаются, вот они очень сильно вжарят. Ну что ты там, муха плешивая. Так, давай бросать, короче, с тобой динамит. Все, что у нас с тобой есть вообще. Давай, 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 давай. Так, минус. Окей, это 2 последних крокодила, что ли? А это мне не нужно подбивать? Нет, не обязательно. Фух. Замечательно, прошли с горем пополам. 44 уровень. Так, 2 звезды. Так, 12 монет, и это у нас Фрости. Плюс Джо. Короче, еще 6 уровней остается, и будет у нас пройден этот эпизод. Так, у нас закончились сердечки. Кого же мы с тобой можем взять? Оу, можно прокачать, кстати. Ну что, перчинка, прокачалась. 5 уровень, что-нибудь откроется у нее? Новый, нет? 6 нужен, да? Окей. Ну, попробуем. Что у нас в магазине тут горит? 50 карточек, ты серьезно? Конечно, я возьму. А тут всего лишь... Так, 10, да, получается? Здесь 5 карточек. Я не могу понять, почему на пейпер так легко обменяли. Тут вообще бесплатно можно, ребят, получить. Угу. Тут за 10 монет одну карточку. Тут за 55. И за 2 гема 10 возьмем. Так, где у меня перчиночка? Вот она. А, наверное, сейчас не смогу пропать. Не хватит. Да, не хватит золотишка у меня. Но, тем не менее, я ее оставляю. Попробуем сейчас за нее сыграть. Она 55 уровня. Тьфу ты, 55 уровня, чем я говорю? Уже все, заигрался, ребята. 55 уровня. Я представляю, если бы она была 55 уровня, она бы тут жарила, будь здоров. Комарьё, вали. Так, мне нужна, ребята. Ну как вот она долго. Прям вот нет слов у меня. Тихо, я не это хотел, я вот это хотел. Ну, давай, 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 родная моя. Вжаривай этого петручью. Контакт есть. Так, ты муха плешивая. Нет, вот вроде бы все кажется, да? Враг идет, горит, все должно быть замечательно. В то же время, ну, не хватает чего-то. Я не знаю чего. Урона или еще что-нибудь. Кузен этот бомбит только воздушной целью. Если бы он еще подбивал бы наземные, цены бы ему не было, да? Вот эти вот, которые подходят близко. Может быть, на 8 уровне нам откроется какой-нибудь помощник, который будет наземные цели бомбить. Так, последняя волна, ё-моё, я расслабился. Я думал, что все, это были последние. Фиг там. Давай, 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 стреляем. Ну, так, уничтожили. Пробили. Граната полетела. Вот пока никто звездочки ловит, надо. В плане. Да что ты будешь делать? Опять, ребята, закончилось у меня оружие. Понимаешь? И мне так приходится делать.
А оружие заканчивается. И как быть-то? Копилка полная. Как быть? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Я не знаю, ребята. Так, 3 звезды плюс 14 монет и тормоз Джо вместе с волосатым дядькой. Или я трачу нерационально, да? Опа. Так, это где? Это у нас, по-моему, уже на следующем эпизоде вылезло, да? Ага. 46 уровень. Так, 77 у нас с тобой монет, этого мало. Ну что, поиграем за дядьку волосатого? Попробуем. Возраст делу не помеха. Как сказать? Как сказать? Ну давай, господи, бомби. Так, будем почаще с тобой тогда применять вот этот вот динамит. Ну и все остальное, что у нас тут есть. Будем применять свои, с тобой блага все вот эти. Ну давай, 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 давай. Вон, видишь, шитик уже плывет. Ну, бамс, бамс, зашибись. А я еще половину отряда не замочил здесь. Да чтоб тебе. Ну, поехали. Начнем издалека. Так, с этим, я думаю, справимся. Бросаем. Ты посмотри, и там плывут. Сейчас, по-моему, меня тут вольнут, ребята. Не хватит. Не хватит. Твою же налево. Ну как вот быть, а? Не хватает мощей. Ты представляешь, они меня расписывают. Может быть, сварщика взять? У него подствольный гранатомет. Подствольный гранатомет. Эту шкатулку не могу разбить. Блин, как меня вот это раздражает, а? Ладно. Ребят, выбираем тогда. Нет, не волосатого. Сварщика. Поехали. Этот уровень еще, видишь, с огоньком. Ну, возрасту не помеха, да как сказать. Помеха или не помеха. По-моему, помеха, ребята. Знаете вам. Как ты там долго перезарядку свою вшивую делаешь? Ты что, совсем что ли, а? Сварщик? Ты давай хорош дурковать-то. Бомби, 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 что есть скорость. Давай, 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 давай. Этих накрываем. Вот так. Вот так. И вот так. Ты так будешь все время после каждого этого перезарядку делать. Фух. Так, бросаем сразу, ребят, пока у нас с тобой есть такая возможность. Ты с аркебуза, ты достал уже. Бросаем, 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 бросаем. Куда ты поплыл, а? Вшивый. Отлично. Успели. Так, последняя волна, я понял, последняя волна. Так, гранатомет у меня есть? Нате вам, засранцы. Получи. Еноты, вы не подплывете ко мне. Не в этой жизни. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Фух, справился. Слушай, ну сварщик хорош. У него довольно такой крупный боезапас, если честно. Вот ты видел, сколько он отстрелился, да? Даже какой-то там, знаешь. Ух ты, смотри, какой сундук мне дали. Бонус за серию побед. Так, 39 монет. Угу, сварщик. Естественно, тормоз Джо. Перчиночку дали и 3 гема. Вот это хорошо. И, кстати, я могу, по-моему, сейчас перчинку нашу прокачать. Мне как раз хватает монет. Давай сделаем такое дело. Угу. Так, поздравляем. Теперь у тебя есть огненный гранатомет. Слушай, это тот же самый гранатомет, как и... Как и у вот этого, да?
Подожди, здесь мы еще не открыли гранатомет. У сварщика, скорее всего, да? Да, ребята, вот он, огненный гранатомет. А что же тогда будет на 8 уровне? Скоро мы с тобой узнаем. Тут до 50 уровня остается всего лишь 3 локации. Фрост, ну Фрост слишком слабоват, хотя за него хотелось бы поиграть. Ладно, возьмем с тобой сварщика. Сварщик пока вроде бы рулит. Так, люби врага своего, зашибись. А если не хочу? Если не хочу его любить? Ну, черепаха, давай ты сдуйся уже. Ага. Так, бобрики поджигаем. Есть контакт. Так, бобер, отвали. Там муха еще тут. Давай, родной мой. Пробиваем. Тут, наверное, лучше вот так вот сделать. Окей. Угу. Шикарно. А, замечательно. Влупляем по полной программе. Последняя волна уже так быстро. Слушай, а мне нравится сварной. Что-то раньше как-то я не замечал, что он такой крутой. А ты смотри-ка, сейчас он просто... Просто имба какая-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не надо тут буянить. Крыса. Сдохни, пожалуйста, а. Хе-хе-хе-хе. Да. Вот такой вот сварчик. Мне кажется, он какой-то живучий, наверное. Так, свинка. Зачем мне эту свинью показывать? Я не понимаю. Вот, давайте мне сразу чемодан. 13 монет. Тормоз Джо. И Пеппер. Почему его называют Тормоз Джо? Я никак не могу понять. Типа он из их семейки самый дебил, что ли? Ага, следующая миссия у нас с тобой продержаться. Ну, ты понял, да? 60 секунд. Время выживать. Так, продержись 60 секунд. Так, окей. Не надо. Нормуль. Так, мухи. Ладно, займемся крокодилами. Не будем отвлекаться на этих мух. Чтоб тебя. Так, еще и этот ползет. Горите, гаденыши. Так, уничтожаем. Я тебе еще раз говорю. Обожаю, когда сварщик в конце делает выстрел именно с гранатомета, с подствольного. Вот это очень хорошо придумано. То есть он как бы станет врагов. И у нас с тобой есть время на перезарядку. В тот момент, когда враг стоит. Видишь, да? Галюнит. Да, пускай не так сильно и так долго, но... Есть такая возможность. Так, смотри, что происходит, смотри. Выжри. Вот так вот, как говорится, выкуси-ка. Так, 48 уровень. Не надо мне эту свинью показывать, бесполезно. Вот, меня интересует, что в этом ящике лежит. 15 монет. Тормоз Джо. Слушай, сварного, по-моему, можем прокачать, да? Ну-ка посмотрим сейчас, какой уровень у нас получит. Там открывается... А, нет, показалось, ребята, показалось. Не можем мы его пока прокачать. Но, тем не менее, у нас... Ай, сварщик, что ж ты так подводишь-то меня? Ну что, попробуем за Фрости? Ну, Фрости. У него даже нету напарника. Мы далеко зашли, говорят. Блин. Фрости, ты, конечно, туповат. Ну, ничего не поделаешь. С этими мухами еще драться. Кластерная бомба, ну-ка. Ну, если только за счет кластерной бомбы, я не знаю, ребят. Давай, бросать ее. Без повода и куда попали. Давай еще одну запульнем. Слушай, вот только если на кластерной бомбе выживать. Вот комары меня тут одолевают. Совсем оборзели. Ой-ой-ой, что творится? Да господи! Да какого леша, ты посмотри. Комары одолели, совсем одолели. Не дают мне, как говорится, покоя. Ну и эти, конечно же, крысята.
Окей. Окей, и муха. А, тут еще последняя волна. Нет, ребят, не пройду. Понятно. Не хватит у меня здоровья. Все, крыса расстреляет меня. Я даже попасть по нему не могу, блин, трындец какой-то. Выйти, конечно, выйти. Фрусти чмошник, я тебе скажу сразу. Слабак. Ай, сварщик жалко. Давай, Джо, пошли. Этот Фрусти, блин. Все, настроение испортил, блин, сдулся, блин, я не знаю, на самом практически финише. Погнали. Мы далеко зашли. Не мы зашли далеко, а вот эти вот крокодилы и всякая прочая фигня далеко зашла. Совсем, смотрю, приборзела. Эти мыши, блин, с пушками со своими. Есть контакт. Давай, 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 сразу динамит бросаем. Так, с подстольничка сейчас будем бомбить. Ага. Не нравится, посмотри-ка, не нравится. Кого это колышет вообще, нравится вам это или нет? Ну? Давай, 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 говорю тебе. Шмаляем. Тырич, тырич, тырич. Совсем другое дело. Ну вот, Джо, красавчик. Че тогда притулялся, я не знаю, ребят. Все на... А, еще волна. Так, нам эту волну нужно пережить. Я забрасываю динамит. Куда летит? Я даже не смотрю. Лишь бы стрелял. Так. Минус крысеныш. А, кончилось. Так, секунду. Динамит бросаем. И бросаем. Только-только нам хватило с тобой. Угу. Бонус за здоровье 800. Ну, главное, прошли. И переходим с тобой на... Ух ты. Обожаю этот сундук. Опачки. Сосед Вилли. Новый персонаж. Вот это уже хорошо. Кто ты такой, сосед Вилли? Давай мы посмотрим на него. Почитай маленько. Сосед Вилли. Вот он. Так, что он имеет? Двересносный дробовик. Хорош при сносе домов и против быстро приближающих монстров. Окей. Так, у него капкан. Медвежий. Не только для медведей, можно использовать против монстров любых видов и размеров. Вот оно как. Улучшим. Ну. Окей, а кто-то сам по себе. Не родственник, но уходить не собирается. Вилли любил своего домашнего енота. Пока не сделал из него шляпу. Будь начеку. Зашибись, это оказывается не русский, а какой-то нахлебник, ребят. Ну что, давай проверим его на 50 уровне. Опа, а босс-то все-таки есть, друзья мои. Есть босс в этой игре, ты смотри. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, а что? Он спит. Он будет вообще просыпаться? Что-то пока спит. Это большой аллигатор какой-то. Что-то мне кажется... Вот он проснулся. Так, что? Секунду. Так, а если я брошу капкан? Мне кажется, тут надо все-таки в него стрелять именно. Потому что эти крокодилы, они бесконечные. Видишь, что он делает? Постоянно их выплевывает. Как эти капканы используют? Ага, вот так вот. Я понял. Слушай, ну я тебе скажу, что этот Вилли очень даже неплох. Он стреляет, я не вижу у него особо такой долгой перезарядки. Он моментально перезаряжает свою пушку. И мне это очень нравится. Единственное, что у него заканчиваются зарядики, друзья мои. Давай-ка я вот так вот сделаю. Ну, он горит. Он горит, это классно. На еще. Что тут? Что? Есть. Фух. Да, ребята, мы с вами прошли 50 уровень, одолели босса аллигатора
Тут уже просто не помещаются эти брюлики. И супер сундучок у нас. Ага, Фрости, Томми. Так, можем сосед Вилли. И гемы. 5 штук. Просто прекрасно. Так, Фрости. Слушай, ну мне понравился Вилли. Именно тем, что он, как тебе говорил, стреляет. У него офигенно быстрая перезарядка. Молниеносная просто. Ну что, давай просто глянем, наверное, с тобой, что у нас тут на втором эпизоде. Что вообще за локация? Опасные деньки. Китайский крокодил-монстр. Китайский крокодил-монстр? Серьезно? Воу-воу-воу-воу. В этих... Вьетнамцы, ё-моё, ползут. Да хорош, ребят, ну... Ну, серьезно, что ли, а? Так, найс. Как это капкан работает? Я так и не понял, ребят. Вот я бросил. А, он просто, ну, просто станет, да, получается? Ну, да, получается именно так. Так, тихонько. Уничтожили. Готовы, хлопчики. Куда вы идете? Ну, куда вы ползете, а? Ироды вы маленькие, куда вы прете? На соседа Вилли. Кстати, у него действительно, посмотри, я только сейчас обратил внимание, что у него хвост енота сзади. То есть это из него он сделал, да, шляпку? Из своего любимого дружка. Понял. Блин, мне нравится этот чувак. Он бомбит, да, не такая, конечно, офигенная. Ой. Ой. Сказал я. И что вы прикажете делать? Я дострелялся, потому что у меня закончились патроны, ребят. Что я могу себе сделать? Ничего. Хотя, подожди-ка. И все. Ну, и хватит мне этого. Не знаю, ребята, хватит? Да, хватило. Фух. Слушай, ну шикарно. Мне понравилось. Я боюсь даже представить, какие дальше будут монстры. Если тут уже какие-то крокодилы, извини меня, китайские. Сварщик. Сварщика, кстати, мы с тобой можем прокачать. Прокачать. И Фрости можем прокачать. Но я вначале хочу все-таки сварщика. Хватит ли у меня? Нет, не хватит. А на Фрости? Вполне. Ладно. Фрости, придется тебя прокачивать. А что сделать? Надо как-то выживать. Так, поздравляем, теперь у тебя есть ствольный ручной гранатомет. Ага. Окей. Так, семья. Да, я понял, что можно прокачать, но не хватает у меня пока финансов. Вот оно где, да? А тут почему-то два каких-то одинаковых будут. Смотри, видишь, по шапке если смотреть. Тут 100% какой-то китайоза должен быть. Это какой-то дед будет. Наверное, дедушка. А это, наверное, бабушка будет. Это какой-нибудь китайский родственник. Ну, это я предполагаю просто. Так, ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноточке мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!